друзья, всем привет, меня зовут Юрий Счастливый, и это Night Today. И сегодня мы находимся на конкурсе «Мисс Красавица Москвы 2018». Ну что, вы готовы? Поехали! Знаете, уникальность этого конкурса стоит в том, что у нас замечательные партнеры, в первую очередь, у нас замечательные девушки. У нас конкурс не ориентирован именно на модельные параметры, но девушки все есть и спортивные фигуры, и топ-модели, и супер-модели. Сегодня, в принципе, мы это все увидим. Либо я привожу сюда Aston Martin, либо участвую в конкурсе, так как разорваться на два фронта очень сложно. И как представитель Aston Martin, единственного в России, я решила все-таки выбрать именно эту стезю. Вот. А участницы конкурса «Мисс Красавица Москвы» есть достойные, которые смогут получить от нас призы. Роман Голденберг старается охватить своим присутствием абсолютно все существующие в природе конкурсы красоты. Но в отличие от толпы халявщиков, мой бренд дарит подарки. То есть мы как информационные партнеры выступаем, мы делаем приятные организаторам и участницам одновременно. То есть я такой типа что-то типа Деда Мороза или... Санта-Клаус, Дед Мороз. Да, да. Сегодня будут достойные конкурсантки. Очень интересно выбирать, когда действительно сильная конкуренция и когда профессионально уже достаточно подготовленные девочки. Хочется увидеть действительно хотя бы одну на самом деле достойную претендентку, которая сможет помимо этого конкурса развиваться дальше. Я не так давно стал ходить на показы, на какие-то, на конкурсы, и это прикольно, потому что мне всегда казалось, что это, ну, что-то ерунда какая-то. Ну, ходят туда, туда прошли. Но самое интересное, что действительно есть девушки, которые выделяются каким-то определенным образом. И ты понимаешь, что это тоже искусство, это тоже талант, и это круто. И от этого ловишь кайф. Дорогие друзья, ну вот подошел к концу конкурса «Мисс Красавица Москвы 2018». С вами был Юрий Счастливый, специально для Night Today. До новых встреч!